Приветствую вас. Если девушка сказала вам, что не любит вас, значит на данный момент она присытилась общением с вами. Это означает, что вам действительно нужно ее сейчас на данный момент оставить. И подумать, а что могло ей не понравиться? Если ей могло не понравиться что-то в вас, то это нужно поменять. Опять-таки, если вы хотите этого. Если ей все у вас нравится, но при этом она просто перестала к вам чувствовать влечение, такое тоже бывает и вполне нормально, то в этом случае вы сделать ничего не можете. В этом случае вам нужно просто действительно дать ей время, чтобы она была без вас, подумала о том, нужны вы ей, не нужны вы ей, переосмыслила свои ценности, взгляды, и если у нее чувства к вам какие-то остались, но они немножечко притупились в процессе жизни, то со временем они, конечно же, к ней вернутся. Пожалуй, одним из важных моментов является то, чтобы вы не теряли с ней контакт полностью, когда ее оставите. Потому что потеря контакта влечет за собой не очень приятные последствия, а именно отвыкание от человека вообще. То есть да, она может по вам скучать. И да, вы можете ей надоедать. Но для этого нужно соблюдать достаточно строгую дозированность общения. То есть, если вы, например, решите прекратить с ней контактировать, если вы решите перестать с ней общаться, то дайте ей, скажем, время, ну, может быть, месяц, может быть, полтора месяца, а потом напишите ей что-нибудь нейтральное. Ну, просто поинтересуйтесь, как она поживает, что у нее происходит и так далее. И посмотрите на ее реакцию. Если она рада вас слышать, рада, что вы написали, то продолжайте общение. Как только увидите, что она начала реагировать негативно, сразу прекращайте. То есть старайтесь соблюдать именно вот это уважение к личным границам девушки, чтобы она не чувствовала, что вы на нее давите. Чтобы она не чувствовала, что вы чего-то от нее ждете. Чтобы она не чувствовала, что чем-то обязана, что-то должна вам. И тогда у вас получится максимально предрасположить ее к возможным, ну, скажем так, к возможным проявлениям по отношению к вам. На этом все. Вы просили кратко. Я постарался кратко ответить на ваши вопросы. Если ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Желаю вам всего доброго и до свидания.